Бывший глава ФБР написал прощальное письмо подчиненным. Джеймс Коми в своем обращении к сотрудникам бюро заявил, что давно подозревал президента США, Дональда Трампа, в способности без веских на то оснований отправить его в отставку. Об этом сообщила телекомпания CNN, разместившая текст данного послания. Я долгое время считал, что президент может уволить директора Федерального бюро расследований по любой причине или вовсе без причины. Я не стану тратить свое время попусту на размышления по поводу данного решения и того, каким образом оно было принято. Все уже свершилось, со мной все будет в порядке. Хотя мне будет не доставать вас и общего дела. По официальной версии, Коми уволен из-за утраты к нему доверия главы государства и профессиональной ошибки, совершенной на финальной стадии расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки, когда она была госсекретарем. Тем временем американские СМИ уже пытаются угадать, кто же займет место главы ФБР. Так телеканал Fox News в своем твиттере назвал имена пятерых возможных претендентов на эту должность. В него попали бывший кандидат в президенты и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Голди, бывший заместитель генерального прокурора Кеннет э, Вайнштейн и экс-глава управления транспортной безопасности... Джон Пистол. Опубликовал свой список и телеканал CNN. В него, помимо уже перечисленных, вошли мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и Эндрю Маккейп, первый заместитель коми. Сейчас он временно исполняет его обязанности.